9 утра, 1 мая, Новосибирск, площадь Калинина. Традиционный сбор монстрации. Именно здесь последние 10 лет она собиралась. И именно отсюда начиналось ее шествие по Красному проспекту к площади Ленина. Мама, я все! В этом году впервые новосибирские власти шествие по центру города монстрантам запретили. Там должна идти традиционная демонстрация профсоюзов и политических партий КПРФ, ЛДПР, Единой и Справедливой России. У них все чинно и благородно, а значит, рядом не может быть никаких разодетых в маскарадные одежды молодых людей, кричащих уже традиционно вот это. Но монстранты, несмотря на запрет властей, собираются присоединиться к демонстрации. Они даже пытались договориться с коммунистами и встать в их колонну. И коммунисты сначала вроде были не против, но потом одумались и от монстрантов открестились. Улыбаемся и машем. Машем, 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 машем. Это самый лучший выход из подобной ситуации. Я участвую в монстрации уже 4-й раз. И как-то странно получилось. Может быть, это из-за того, что поменялся мэр. Но мы пришли, и монстрация состоится. Ой, да, власть, она всегда меняется, а монстрация, она остается. Ну, я здесь заряжаюсь позитивом на целый год. Где вы столько счастливых лиц увидите? Только а как здесь? Вы отнеслись к тому, что монстрацию в этом году официально ей запретили идти шествием? Ну, как плохо. Почему? А почему это вообще произошло в этом году, как вам кажется? Почему произошло? Ну, а почему у нас с Тангейзером произошло, с оперным театром? Ближе к 10 утра площадь наполняется странными людьми с абсурдными, смешными, но отвечающими духу времени плакатами. Например, «Хватит оскорбляться» – явный ответ на оскорбление чувств верующих оперой «Тангейзер», запрещенной в Новосибирске. Или «Вот вам и театр» – это плакат из той же оперы. Я вообще хотела сделать крылья, но у меня не было времени сделать крылья, поэтому я решила просто написать. Я мечтаю о крыльях в нашей стране. Таким, как я, нужны только крылья. Тут очень глупо со стороны властей. Мне кажется, намного проще, безопаснее разрешать подобные акты, чтобы люди относились к ним спокойнее. Потому что сейчас это такой, если ты хочешь свободы слова, да, жить в свободной стране, ты должен прийти на монстрацию. Сейчас вообще-то это так. А если бы монстрацию не запрещали, тогда, хочешь прийти на монстрацию, пришел. То есть это такое было бы обыденным событием. Среди монстрантов областной депутат «Единорос» Алексей Александров. Он со своим скорее не абсурдным, а нравоучительным плакатом. Не все лозунги монстрации ему нравятся. В том году был лозунг «Ад наш». А я не согласен. Я думаю, что если «Ад наш», то сатана на боевом дежурстве, можем поделиться. Надо работать с молодежью, а запрещать-то мы еще позапрещаем. Впрочем, ждать, когда позапрещает что-то «Единая Россия», в этот день власти не собирались. Они уже решили, что никакой монстрации 1 мая в центре Новосибирска не будет. И чем больше приходило на площадь смешных людей, тем серьезнее становилась полиция. Требования полиции – плакаты свернуть, убрать наглядную агитацию, покинуть данный участок местности. Полицейским явно не до шуточек. Уступать они не намерены и окружают монстрантов плотным кольцом. На переговоры с властью выходит идеолог монстрации Артем Лоскутов, который впервые в этом году не выступает организатором придуманной им же акции. У нас есть вам предложение. Мы сейчас готовы подогнать вам 15-20 автобусов. Пожалуйста, давайте мы спокойненько увезем на набережную и проводить там мероприятие. Куда вы выйдете, люди пошли, мы здесь с вами сейчас стоим. Просто, давайте просто организованно это будет. Без, вас никто не пустит. Ну, что значит не пустит? Как можно новосибирцев не пустить по их городу? Смотрите. Дорогие друзья, у нас есть договоренность с партией «Яблоко», которая берется нас прикрыть. Они идут следом за КПРФ. И я считаю, что нам сейчас необходимо как-то попытаться дойти до колонны. Они выстраиваются с той стороны площади Калинина. Мы участвуем в колонне общегородской. Празднуем праздник вместе со всеми гражданами России. Это слова. Это не слова. Это правда. Это такие. Это государственный праздник. Это государственный праздник. Который празднует все государство. Все, кто движется сейчас на площадь Ленина, подали уведомление. Не все. Подали уведомление. Один человек подал. Остальные участвуют в этой колонне. Я еще раз повторяю. Уведомление подали профсоюзы. Союзы, коммунисты, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Больше никто уведомлений не подавал. И вы сейчас, народ,
призываете к какому-то яблоку. Дорогие друзья, я прошу вас немножко свернуть плакаты, чтобы не нарушать закон, и в пешем порядке просто совершить прогулку до колонн КПРФ, а там их уже развернуть по ситуации. Пожалуйста, не конфликтуйте с полицией. Давайте прогуляемся по городу в этот праздничный день. Мы граждане России, мы празднуем государственный праздник. Спасибо. Но не тут-то было. Полиция держит оцепление. Пропускай! 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 Что-то они перекрывают дорогу. Пропускайте, жители города! Спокойно, никаких конфликтов, никаких драк. Вы провоцируете сейчас конфликт? Вы провоцируете. Вы организуете массовые беспорядки. Нет, не беспорядки, вы не пропускаете. Давайте в другую сторону пойдем, ребят. Пожалуйста, разворачиваемся, идем туда. Площадь оцеплена. По периметру стоят, зазывая открытыми дверями, большие автобусы, готовые увезти всех монстрантов подальше с глаз долой, на набережную. Артем Лоскутов и его сторонники туда не хотят. На самом деле мы можем тут помонстрировать по кругу, а потом, когда надоест сесть в автобус и поехать еще на набережную походить, еще у нас куда-то проходить. Просто не хочется устраивать конфликты с полицией совершенно. Мы не те люди, которые пришли конфликтовать с полицией. Выйти из зацепления не получается. Очередная попытка проваливается. Очевидно, что монстранты совсем не демонстранты. Настроены они по-доброму и прорываться через полицию не намерены. Их остановили, они остановились. А у нас с нами? Остановку сделаем, пожалуйста. Остановочку сделаем, пожалуйста. Почему? Мы что с вами не остановим? Что случилось? В общем, походив по кругу, монстрация двинулась по тротуару. А сейчас что началось-то? Нормально же общали! Монстрация, как часть первомайского шествия, должна была двинуться от площади Калинина и присоединиться к основной демонстрации, но полиция взяла площадь в кольцо, и монстрация не смогла присоединиться к демонстрации, которую проводят сегодня профсоюзы и другие политические партии, например, «Единая Россия» и коммунисты. В итоге маршрут пришлось изменить, и сейчас монстрация движется в противоположную сторону от центра города по Красному проспекту. Немного жаль, конечно, но я думаю, что людям весело. Вот. Грустно, что сумбурно все происходит в этом году. Я надеюсь, что не отобьет это желание у организаторов и у людей, которые приходят на монстрацию, прийти сюда в следующем году. Но они слишком много полиции на монстрантов. Я не могу сказать. Ну, вроде бы нормально. Ну, вы как, дружелюбно настроены? Я, да. И тут ощущение абсурда вызывают уже действия властей. Вдоль движущейся монстрации вдруг едут машины с ОМОНом. Все смешалось. Люди, кони. Конь, привет! Конь, привет! Дойдя до конца тротуара, монстранты развернулись и пошли обратно. Полиция тоже развернулась. Машины с ОМОНом тоже. Все пошли и поехали в обратную сторону. Мир, рок, май! Мир, рок, май! Мир, рок, май! Как смешно. В общем, все вернулось на круги своя, точнее, на площадь Калинина. А дальше традиционное массовое фото и главный лозунг монстрации этого года. Все-таки чувствовалась какая-то незавершенность у акции. Накануне, запрещая монстрацию в центре Новосибирска, мэр Анатолий Локоть заявлял, что готов присоединиться к монстрации, если она соберет 5000 подписей. Подписи собрали, а Локоть не пришел. Давайте попытаемся сделать так, что если Локоть не идет на монстрацию, то монстрация идет к Локтю. Но чтобы толпа монстрантов не дошла к Локтю, их, как говорится, прижали к ногтю. ОМОН не дремал и в очередной раз все пути с площади перекрыл. Посерьезнее вдруг толпа закричала «Город наш!», но как-то быстро слово «город» заменили словом «голод». Монстранты, что с них возьмешь?
Помитинговав в кольце ОМОНа, монстрация стала расходиться. Небольшими группами молодежь выпускали из оцепления. Часть из них все же добралась до площади Ленина. И там в окна мэру кричала: «А Толя выйдет!» Уже ближе к вечеру стало известно, что лидера монстрации Артема Лоскутова полиция таки задержала. На следующий день прошло два суда, где его признали виновным в организации несогласованной акции и арестовали на 10 суток. И это уже не смешно.